Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала под названием «Жизнь справок не дает». По сюжету выпускницы школы Юля в одночасье теряет все ее отец, центр вселенной для любимой дочери. Умирает от инфаркта, и благополучная жизнь семьи рушится. Из-за долгов Юрия по бизнесу отнята квартира, арестованы счета, мать Юли, Алла, встречает нового мужчину, на которого возлагает все надежды. Кажется, что на горизонте вновь проскальзывает свет. Юля поступает в институт и встречает свою первую любовь, однокурсника Филиппа. Но ее поджидает новый удар. Алла умирает во время родов, а отчим Юли Олег отказывается от сына, узнав, что ребенок не от него. Так Юля остается одна с новорожденным братом на руках. Сможет ли она справиться с проблемами, от которых даже у взрослых опускаются руки? Главные роли в картине исполнили Ирина Уханова, Иван Лаврухин, Анна Здор, Владислав Резник, Александр Никитин, Мария Долкан и другие. Премьера сериала «Жизнь справок не дает» состоится уже в начале 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.